Наконец-то мы добрались до музея шоколада. Целый день шли. Два прямых включения сделали. Вот. Музей шоколада. Так. Пойдем смотреть музей шоколада. Что тут? Дядька из шоколада этот, я так понимаю. О, львы. Ирин, проходи. Проходи, я львов хочу поснимать. Так. Хорошо, что дядечка стоял нам. А то бы мы мимо прошли. Львы. Так. Тайган. Угу. Так, все уже. Иду еле-еле. Так. Столько ходить-то по льду. Боже. Ничего себе. Так. О, красота. Ну что тут? Я тебя люблю, написано. Вот это да. Я тебя люблю. С днем рождения. Маска. Ура. Так. Я тебя люблю. Зачем ты сюда хотела? Просто посмотреть? Ну, я посмотреть, а может даже ну, посмотри. Красота какая. Представляешь, купишь такую красоту и кушать ее не захочешь. Без тренинга. Угу. О, видишь, что мне нравится? Петр Белый, Ленин. Да, не захочешь. На самом деле, так красиво. А, ценники я еще не смотрела, я просто снимаю. Ну, ценники. Кусаются? Ну, здесь не нравится. А что написано? А? Из Питера. Привет из Питера. А, привет из Питера. Да, ой, какая туфелька. Ну, вообще. Ой, какая туфелька. Какая туфелька. Смотри, шоколад 350. Ты думаешь, что это? Рыба. Рыба? Да. Рыба. Шоколадная, да? Нет. Сердечко.